друзья-однополчане, я вас сердечно приветствую в наш чудесный праздник День Победы. Помните, мы всегда с вами. Сегодня у меня собралась моя семья. Большая, добрая, милая, чудесная. У меня три внучки. Катенька старшая, Анечка, Женечка. У меня два внука. Один солдат, которым я очень горжусь. Когда я призывался, у меня не было такого желания, чтобы откосить от армии. Я в нее пошел с радостью и сейчас служу. Мне осталось прям уже немножечко. Я рад, что я пошел в армию, она меня немножко изменила. Нам радостно, они все помнят день рождения нашей семьи, 20 января 1945 года. И вот где бы, кто бы из них не был, если они не могут в этот день прийти к нам домой на чашку чая, они шлют телеграммы, письма, открытки, но никогда мы не остаемся без внимания наших детей. Сегодня ко мне пришли мои друзья-однополчане. Валя Кравченко, Люда Попова. Сядем за наш праздничный стол, поднимем бокалы за всех живых и павших, за всех тех, кто ушел уже после войны. Живым пожелаем крепкого здоровья, оптимизма и всего самого-самого доброго.